Привет, дорогие друзья и подписчики! Многие из вас просили показать Грибовку, и сегодня мы с вами, как вы видите, в Грибовке. Мы начинаем вот этого якоря, который был изготовлен по ГОСТу 74 года, явно его вес 6 тонн, видите, когда-то со значком морского черноморского пароходства. Такой вот кораблик, многие его знают, всегда за него фотографируются, особенно когда приезжают впервые в Грибовку. Ну и, конечно, Стелла, непосредственно новая Стелла Грибовка. Отсюда мы начнем. Честно, я не уверен, что сможем что-то много показать. Грибовка пустая, Грибовка вся закрытая, пляжи закрыты. Ну, по крайней мере, так мы видели, когда мы были в прошлый раз. Но напротив есть интересный ставочек. Мы его как-то показывали в наших прошлых видео. Здесь сделали платную рыбалку. Кто знает, приезжайте, ловите. Кстати, запустили рыбу, зарыбили. Видел непосредственно отсюда интересные экземпляры. Есть пару беседочек. По ценам пока сказать не могу, может быть, как-нибудь мы на него заедем, может быть, даже рыбалку там устроим и вам расскажем. Ну, а теперь мы двигаемся в Грибовку, начиная от, наверное, от Дикого Маяка, то есть между Санжейкой и Грибовкой, и постепенно пойдем в сторону Каролины Бугаза. Ну, пока такой план, а дальше увидим, как оно будет. Итак, оставайтесь с вами, с вас подписка, я уже стал заговариваться, ну, а с нас, конечно, интересное видео для вас. Мы погнали. И вот мы приехали в начало Грибовки, это у нас Леонидово. С этой стороны, с той стороны у нас Грибовка. Здесь такое вот красивая была построена гостиница, пытались облагораживать территорию, посадили сосенки, акации, поставили вот такую красивую качелю с видом на море. Действительно, хвала людям. Мы знаем, что это друзья нашего товарища хорошего, друга, поэтому обязательно, вот видите, тут даже есть реклама. Ковчег Леонидова, Инстаграм. Так что, когда будет мирное время, обязательно приезжайте к ребятам сюда, здесь у них очень хорошо. Вот такая вот качелька. Ну, а вот он сам пляж. Давайте посмотрим, что происходит на пляже сегодня здесь. Итак, в сторону Леонидова люди есть, отдыхают. И довольно-таки немало. В Санжейке там вообще аншлаг, судя по всему. Вон там маяк Санжейский уже видно, там людей действительно много. Ну, а сюда давайте посмотрим в сторону Грибовки. Нас не интересует эта сторона, то есть мы сейчас планируем вот отсюда. Вот наша Виктория уже на качели, она уже заняла место. Смотрите, планируем вот отсюда, и вот тот дальний мыс, это у нас конец Грибовки, непосредственно переход на Каролина Бугас. Вот на самом мысике, то уже отель Черное море, Каролина Бугас. То есть мы вот до этого мыса планируем по побережью показать вам Грибовку. Итак, двигаемся вперед. Давайте сейчас пройдем этот мысик и посмотрим на гостиницу «Маяк», которая стоит в самом начале Грибовки. Проходы вот такие на пляж, все закрыты, которые когда-то делали вот такие вот ступеньки, видите, лесенки, сползали вниз. Все закрыто, так что имейте в виду. Друзья, мы продвинулись дальше. Здесь такой ракурс шикарный. Действительно, очень красивое море для вас, для всех. Серый, тебе чайки привет передают. Они тут точно тебя знают. Они вот местечковые, санжейские, грибовские. И вот вид на Грибовку. Вот она вот в этой ложбине, вот начиная от первой гостиницы, которая «Маяк», так называемая. Мы ее так не знаем, как она правильно называется, может так и называется, но мы ее так называем, чтобы они сделали красивый маяк. И дальше уже на мыс. Как я уже сказал, мы планируем закончить, если вы видите, на горе вот там вот недостроенное бетонное здание. Вот мы планируем возле него, это база «Гидростроитель», спуститься возле него вниз и там посмотреть уже оттуда, скажем так, в обратную сторону. Надеюсь, у нас все получится, везде подходы, подъезды, я надеюсь, что мы найдем. Итак, здесь картина вот такая, дикий пляж между Грибовкой и Леонидово. Он полностью пустой, но вот там под горой есть один человек лежит, нам его видно, отдыхающий. И все, больше людей нет. Как будет в Грибовке, я не знаю, но я вижу отсюда, что непосредственно от самого начала вот этой гостиницы, где маяк, и дальше тянется полностью череда заграждений. Ну, мы, во-первых, знаем, что там есть второе, ее отсюда видно. Полностью колючая проволока с сеткой с металлической. Поэтому берегите себя и помните, что в Грибовку можете не приезжать. Ну, давайте посмотрим. Прогуляемся вперед. Говорят, вчера здесь были дельфины, очень близко подходили. А вон, видите, дерево валяется. Это то, что было принесено с Херсона. Итак, двигаемся вперед. Зоотроп работает для вас. С вас подписка и лайк. Ну, а мы, конечно, с нашей Викторией. Мы с нас Викторией. Двигаемся вперед.
приехали в центр, который многие знают. Здесь, где был бар у Лёлика. И тут, где мы обычно топим машины. Вот это дискотека, магазинчик, все закрыто, ничего не работает. Поэтому в Грибовку однозначно ехать смысла нет. Вы просили показать Грибовку, можно ли попасть на пляже. На пляже попасть нельзя. Вся Грибовка закрыта, полностью затянута проволокой колючей. Поэтому даже не пытайтесь, просто не тратьте свое время. Можете сюда не ехать. Вот непосредственно бар Лёлика наш. Тоже все заколочено, забито. Лёлик, тебе привет в Америку. Вот он, твой бар. Вот тут мы много съели раков. И выпито было пиво. Очень много. Так вот все заросло. Вот те горки, которые мы катались. Ну, а вот тут вот наш Патраныч топил машину. Патраныч, тебе тоже привет. Хотя бы в воспоминаниях вспомни, как это было, как ты переезжал вот этот водоем здесь в наглую. Ну и не только ты, многие ребята переезжали, многие здесь катались, многие топили. Кстати, кто помнит, мы вам всегда показываем, рассказываем, вот здесь эта речка обычно всегда, Боробойка, вот там выходит, ну видите, сейчас она просто нет такого количества воды, она не доходит до моря. А многие из вас, наверное, помнят наше видео, когда мы вот тут вот катались на пляже, река проходила, именно была промоина, и проходила вода туда к морю, и мы там катались. Вот так вот выглядит заброшена Грибовка в этом году. Этот мост, на котором мы вам прятали призы, если вы помните. Вот такая вот эта база вся заросшая. Тут, кстати, все наши ребята всегда обычно ночевали. Грибовка 2023. Она выглядит вот так. Так что, друзья, ехать смысла нет. Грибовка пустая, как вы видите. Онлайн, скажем так. Сегодня у нас праздник, сегодня у нас 19 августа. Всех поздравляем с праздником. Итак, двигаемся дальше. Подъехали к еще одному, скажем так, когда-то проходу к морю между дачами. Многие его тоже знают, узнают. Это мы уже почти находимся под склоном, который в сторону Каролина Бугаза. Там, где в сторону Черного моря гостиница. Все закрыто. Поэтому еще раз повторяю, ехать сюда нет никакого смысла и никакой вообще необходимости. Вот, вот так выглядит пляж Грибовка на сегодня. На 19 августа 2023 года. Насколько можем, мы вам показываем. Зоотроп работает для вас. С вас подписка и лайк. Ну а мы, конечно, двигаемся дальше искать интересные места, интересные локации. А там вот дальше, смотрю, где-то пару человек, судя по всему, купаются. Ну попробуем сейчас подъехать, посмотреть. А это, судя по всему, уже аж там под Каролина Бугазом, там, где можно было спуститься под недостроенной болгарской базой, кто знает. Не помню, как называется этот спуск. По плитам такой крутой спуск вниз. Попробуем сейчас подъехать туда. Но это уже как бы не Грибовка, это уже, можно сказать, что почти Каролина Бугас. Но все-таки, итак, двигаемся вперед. Так, друзья, база Барракуда. Отдыхающих, можно сказать, что нет. И какие-то красивые рыбки у них. Всегда такая красивая база. Всегда восхищались этой красотой. Действительно, ну видите, люди продолжают, хоть и нету отдыхающих, но продолжают смотреть. На травке, на газончике можно вот так вот отдохнуть. Выход на песок тоже, ну видите, часть песка есть, выход на море перекрыт. То есть даже если вы приедете на базу, на пляж, вы не попадете. Хотя здесь находятся уникалы, которые, конечно, переходят через ограждение, но тем не менее, то есть пляж загражден полностью. И туда дальше до куреней. Видите, вот так вот выглядят базы здесь. Но даже при том, что вот такое вот ограждение везде сделано, находятся люди, которые переходят через ограждение и идут купаться в море, которые не берегут, скажем так, свою жизнь. Ну, картина такая. Так, друзья, это была Грибовка. Зоотроп работает для вас. Мы вам показываем все честно, открыто и откровенно. Пишите, что бы вы еще хотели увидеть в нашем исполнении, какие места еще посетить.
друзья, тут вот в барракуде хочу показать интересный ветрогенератор. Многие всегда спрашивают, можно ли поставить ветрогенератор, такой, чтобы он был бесшумный, маленький для бытовых целей. Вот смотрите, элементарный пример такого генератора, который даже вот сейчас, почти безветренную погоду, очень неплохо работает и себя показывает. Интересная конструкция, действительно молодцы. Самодельные диски применены, мотор внизу, снизу, переменная передача. Действительно молодцы. Кулибины супер. И вот, друзья, мы доехали до крайней точки нашей сегодняшней прогулки. Это поворот на эти бетонка, которая уходит на Каролина Бугас, многие знают. База поворотный гидростроитель, плиты. Многие любили внизу отдыхать. Тут, правда, резкий спуск, но все заезжали, отдыхали. Туда можно было машинами подъехать к песку. Хорошее место. Мы тоже любили. Но сейчас заезд полностью перекрыт. Стоят бетонные блоки, поэтому сюда вы можете даже не планировать ехать. Проезд на спуск закрыт. Итак, дорогие друзья, мы показали вам все честно, открыто, откровенно. Итак, Зоотроп работает для вас. Мы двигаемся дальше.